Заботиться о своем здоровье надо комплексно, утверждают специалисты. Помимо физического состояния, необходимо следить за психическим и эмоциональным. Но как это сделать? С сегодняшнего дня в нашем городе начала работу выставка-продажа «Здоровье нации». Здесь вы сможете определить заболевания всех органов, узнать о лечении без таблеток и воочию увидеть, как выглядит аура человека. Подробности далее. Во Дворце культуры автомобилестроителей начала работу выставка-продажа «Здоровье нации». Только здесь специалисты вам покажут и расскажут об истинном состоянии вашего организма. С помощью аппарата «Кристалл» можно провести точечное определение состояния внутренних органов, что позволит определить источник какого-либо заболевания. Этот же аппарат способен оценить психоэмоциональное состояние человека, проверить чакры и насколько сильно биополе человека. На выставке вы можете пройти обследование кардиовизором и узнать, в каком состоянии находится ваше сердце. Также бесплатно вы можете испытать действие массажных подушек. Благодаря небольшому размеру она может стать вашим неизменным спутником везде. Здесь же у вас будет уникальная возможность поправить свое зрение без операций и таблеток. Очки Бейтс, которые служат как для лечения, а также для профилактики различных головных заболеваний. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, начальная стадия катаракты, начальная стадия глаукомы, компьютерный синдром, дистрофия, сетчатки, даже косоглазия. 6 различных программ световой импульсной квадротерапии. Как раз удается в комплексе методичка, в которой описано, как делать глазные упражнения, китайский точечный массаж. Занимаясь в комплексе, зрение будет восстанавливаться. От многих заболеваний можно избавиться с помощью аппарата нервно-мышечной стимуляции «Меркурий». Через кожу в нервное окончание посылаются импульсы, которые способствуют лечению опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, артрита и артроза. Вы знаете, намного лучше сейчас себя чувствую. Пришла как бы просто опробовать, и, может быть, действительно надо приобретать, чтобы проводить профилактику и улучшать свое здоровье. Проведя диагностику по пульсовой волне или же по ритму сердца, можно с точностью определить, какие нарушения и в какой фазе имеются у человека. Даем врачебные консультации, заключения у нас в виде диаграмм, на которых отражено состояние, в каком органе перегружен он, есть ли там какие-то хронические заболевания, есть воспаление, если есть какие-то эрозии, язвы или онкология, тоже это все компьютер показывает. То есть, в общем-то, для обследования довольно интересно, и самое главное, оно дает посмотреть взаимоотношения всех органов и систем. Все эти обследования вы можете пройти ежедневно в ДК автомобилестроителей. Выставка-ярмарка «Здоровье нации» продлится до 26 февраля. Торопитесь!